Поехали. Поменял я кислородный датчик. И вроде когда все это было готово, ничего не высвечивалось. Потом я поехал, опять зажглось. Надо будет поехать, чтобы уже с программы сняли. Возможно, это уже в программе там ошибка, которую надо просто стереть. Ну что, я продолжаю ухаживать за машинкой. Бегит, радует меня. Совсем недавно я, вот буквально таки вчера, заменили стартер. Там какой-то контакт просто-напросто отгнил, отржавел, и поэтому машина плохо заводилась. Вот. Чтобы туда добраться, надо было там 3 прокладки. Одну сверху, 2 снизу. Все дело затянулось из-за того, что я недопонял. И вместо там вот этих 3 прокладок взял одну верхнюю. Потом, оказывается, машина затроила. Ждали, когда прокладки придут. Пришли прокладки. Сделали все, поехало как надо. Вот, холодит. Тихонько, мягко едет. Очень приятная езда какая-то, вот, знаете. Вот. Достаточно мягко, такая какая-то комфортная. Вот на джипе такого нету. Когда у меня был GX470, там были колеса потолще резина. То есть повыше колеса были, именно сама резина. И вот он также мягенько ездил, мне так нравилось. Надо будет, как забогатею, заменить колеса на LX 570. И эта машина тогда пойдет роскошно, так как мне хочется. Значит, все работает, все функционирует. Езжу, ухаживаю, слежу. Пошел какой уже 12-й год, как я владею этой машиной, 12-й. А так как машина с 2002, значит, ей уже 17 лет. Вот такие-то дела. Салон, малон, кожа. Вроде кожа мягкая, но тем не менее она как-то не износилась. Чем радует, светленький салон, обшитый кожей алькантарой. Что мне еще нравится в нашу такую горячую погоду, это то, что вот здесь вот он воздуходул, который как раз промежность подает, тепленький либо холодный воздух. Вот я заезжаю. Котик бежит тут. С кем-то надумал драться, да, тут я его спугнул. Родные гаражи, домик и все такое прочее. Работает парктроники, вы слышите?
переключаем сюда. У нас появляется камера заднего вида. И потихонечку мы так раз к своим воротикам поставим агрегат. Переключаем сюда на паркинг. Вот эта штучка у меня износилась. Была тут дырка. Но я это ношу пластмасску эту. Заказал, вставили, чтобы все было как положено. Ну, на этом заканчиваем. Выключаем. Мозги вот здесь, Петрович, двигателя. Сейчас будем прозванивать сопротивление лямбда-зонда с разъема блока управления, по которому ошибка висит. Значит, питание напрямую приходит к нему на два датчика. Вот, значит, или проводка, значит, может еще быть замыкание. Вот, или сами мозги. Да нет. Давай, короче, держать получилось. Фару, блядь, не надо, фару. Неси клипсосниматель, слава. Ты. Не, он не зафиксирован, блядь. Я буду так делать. Да. Давай, да, головку на 10. Трещотка. Скальпель, зажим. А. С этой стороны не закручено было, видишь, не фиксировалось. А там клипса должна быть или не закручена? Она как бы стоит клипсочкой. Да постоянно, вот если что-то было, вот, то клипсы нет, то не докручено, то да, не поймешь. Да, Петрович, поэтому вот такие тонкости, тонкие работы ты сам должен принимать. Крывать, все, лезть, смотреть, как закрутили, как защита стоит. Как проводочки уложены, как бы, все своим глазом должен проверять. Слушай, с этой защитой, я помню, сделаю тут именно на нем. Поехал, нафиг, защита отпала, ё-моё, посреди дороги. И так повторялось разов пять. Из-за того, что разъем был открытый, здесь пыль зашла полностью на блок. И сейчас, если блок будем снимать, эта пыль вся попадет на контакты. И потом уже хреново ей будет. Так. Значит, вот этот датчик. Вот этот датчик задний, это передний. Питание у них общее одно идет. Вот оно. Сейчас мы прозваним два вот этих на блоке. Контакта у нас должно сложиться два сопротивления. Так, два контакта на блоке. То есть контакт Е2 и Е1. Сейчас мы идем. Слушай, тебе это показать лицо или не показать? Мое не надо.
Я, значит, тогда тебя снимать не буду, а все остальное, что ты объясняешь. Е2, Е1. Значит, это разъем блока, это сам блок, это разъем блока. Значит, Е2, Е1. Значит, вот этот и вот этот рядом. Второй разъем справа. Е1, Е2, два первых. Берем мультиметр. Е1, пойдем. Сюда. Вот они, Е2. Так, зажигание выключено, все, да? Ключ снят? Да. Угу. Е2, Е1. Так. Проверяем. Так, это разъем внизу, вот она направляющая. Через 2. А, через 3, все правильно. Значит, Е1 у нас вот этот и вот этот. Ставим сопротивление. Обрыв. Сейчас берем контакты еще. Обрыв. То есть тут обрыв? Да не тут обрыв. Цепь обрыв. Цепь обрыв. Эти провода отсюда до лендозона где-то в обрыве. В обрыве? Да. Да? Все равно, что подожди, в отрыве. Подожди, не знаю. Мультиметр с ума сходит. 1 мегаом. Это очень дохера. Видишь, оно прыгает. Это вот их новый контакт. Сейчас конкретно. Сопротивление. Сейчас для проверки проверим вторые два лямбда-зонда. И должны увидеть напряжение. Не напряжение, сопротивление. А это там рекламирует и то еще 5-10, пофигу. Так, 6 разъемов. Д выпадает у нас. Так, давай, более еще не было, тут проверим. Подожди, ну надо сейчас определить, где первый разъем, блядь. Где разъем на помощь? Тема 2005 года. Вот это, а машина 2002 года. Вот. А это схема с 5-го. Да. Поэтому не состыковка. Общий блок похож, а схема это... Сейчас мы посмотрим, у нас здесь была сервисная информация. Посмотрим сервисную информацию. Монтируем образом. Сейчас. Так, вот он. Просто зажигание не включай его, да? Сейчас будет дефектовка. Или мозги, или проводка. Последний этап. Lexus схема не открывается, блин, с базы данных. Образ у нас есть на Lexus LS430. И он почему-то перестал открываться, блин. Что-то открылось. Да, это схема просто, блин. Отсутствие опыта работы в дилерской станции Lexus, значит, цилиндр, точнее датчик, был идентифицирован неправильно. Вот, объясню почему. Значит, на 6-цилиндровом двигателе, значит, первый цилиндр начинается с этой стороны, справа.
А на 8-цилиндровом, вот по дилерской сейчас нам, которую прислали, он начинается слева. А банк 1, датчик 2, это датчик, который будет при работе на первом цилиндре. То есть получается не этот лямбдазон, а вот тот, что мы сейчас действительно проверили его, он в обрыве. Датчик в обрыве. Вот эти два провода нагревателя, которые идут. Вот у нас 13 Ом звонится, то есть сопротивление. А здесь нету сопротивления, он в обрыве. Сейчас мы этот датчик туда вставим. И ты поехал. Давай камеру, я тебе покажу, как висят провода, Петрович. Подсветка есть у тебя? Оно уже все работает. Подсветка есть у тебя? Нет, подсветки нет. Вот они, проводочечки висят. Вот они торчат, родимые, прям под днищу. Сейчас мы вот этот датчик будем по длине нормально сделаем. 400 Ом датчик прозванивается, а должен 13. То есть это... повышенное сопротивление нагревателя. Сейчас тебе подготовлю. Это у того, что негожий, да? Да, вот этот негожий. Да. Оно тебе ночного видения или нет, Петрович? Нет, она так снимает, ну, что снимет, то снимет. Это здесь сделали вот соединение. 4. Все за... ошибку. Поехала тихо, как электрическая. Надо палку. Да там три болта. Два болта. Горит пока. И еще одна зажглась.
есть масло. Выключай зажигание. Перегорел? Да. Че? Тоже крепление отваливается, да? Сгоревший, да. Включай зажигание. А, подожди, сейчас. Крепление отваливается. Сохнет. Включай зажигание. Выключать? Включи. Включено. Массу держи. Ладно. Я сам подержу. Стирай шип. А эту штуку как укрепить? Да, это корпус, фильтр, видишь? Это уже корпус меняет. Корпус фильтра, да? Не обязательно. Да, если бы БУ, то, я думаю, нормально будет. Ну что? Ты молодец, красавчик. Все, Петрович, готово. Пуск! Угу. Все исчезло. Ну а там хрен его знает. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!